So now we entered here, toe to toe. Сейчас мы делаем вот этот вход, пальцы к пальцу. The kina nagara form is the same, but we don't stop. Кина нагара точно такая же форма, просто без остановки, текучая форма. So, and if we enter more, если мы сделаем более глубокий вход, here, we can't do ikkyo. Мы уже не сможем сделать ikkyo. Too far away. Слишком далеко. So, I bring him this way. Я привожу его сюда. And then do и делаю вход таким образом. Ирими нами. Опускаем тело, поднимаем плечо таким образом. So, enter here, looking in the same direction. Смотрим в то же направление, что он. Angles the same. Такой же угол. Grabbing with his fingers as we grab. Захват с мизинца. Bring him back. Приводим назад. Turning your body. Поворот тела. This hand comes and you need to be in this position. Well. Bring him into your center. Приводим к середине. Eating it out. Teaching our answer to strike it with the cane. Coming in, Yoko Minuchi. Вы помните седьмой раз, когда рубили мечом, было йоко мунучи такой и двигались назад. So think about the sword. Думайте о том, как было с мечом. So bring this arm up. Приводим руку вверх. Right in, and as you did the thrust, you step to the outside. И когда он делает тычок, шаг в сторону, шаг наружу. So. Another way of doing things. And in this case, I enter for Irimi Nage. Здесь чуть-чуть другой смысл. Вот в этом случае я открываюсь для входа на Ирими Наги. Я открываю дверь для входа на Ирими Наги. Because this hand has to be as a protection. As эта рука у нас от этой руки мы защищены. Now we move this way. Сейчас мы двигаемся сюда. So it's different from the basic form where we grab and move him this way. Это отличается от базовой формы, когда я делаю захват и вывожу его сюда. Now, in the fluent form, в текучей форме, we continue the movement here. Мы продолжаем движение сюда. Contact with the forearm, not a press. И мы у нас контакт с рукой, не давление, а контакт. So bringing all this together, приводим все теперь это вместе. Ирими наги, кино нога. Ирими наги, кино нога.